Что, красавчики? Решили. Значит, что будем делать? В крышке пятое отверстие, посередине сюда вот, значит, влупим и посадим туда малюка. Смотри, крышечку уже 4 сделал отверстия, а? Сюда сейчас пятое залупеню. Кстати, да, это не дырка, это технологическое отверстие. Дырка бывает в другом месте, понял? Значит, смотри, красавчик. Короночка, джик, яичные клеточки, чтобы не просверлить пол. Значит, будем делать рассаду. Рассаду вот этого вот фукцукрового малюка. Малючок. Чик, смотри, значит, проращивается в сильный. Смотри, как пользоваться сидбагом. Красавчик в ПТГ, в ссылочке, по ссылке в профиле. Смотри, семечки были отобраны, хороший посадочный материал. Ну, надо будет выбрать одну бубку и потом ее пересадить в такой вот, понял, минвату, в такую, чтобы она, там корень основной развивался. И посмотрим, видишь, он растет 75-80 дней. 3-4 килограмма. Кожура тоненькая, но крепкая, однородной, темно-зеленой окраски. О, прикинь. Вот так вот, красавчик. Уроки Гроверста по ссылке. Ты мой фантаст, красавчик. Ну, смотри, значит, что будем с тобой делать? Вот таким шуруповертом, коронка на 55, запомни обязательно. Размер стаканчика, высота его 8. Диаметр тут вот 7 по наружу, по внутреннему 5. Насадка 5,5. Запомнил? Теперь смотри, значит, аккуратненько при помощи двух ножек крышку так вот держишь, как обезьяна. Все. А, яичную шкарлупу, что понял, не навредить полу. Опа, и поехали. Сверлюкаем. Давайте что-то там есть. О, смотри, а? Чик, бенджик. Фух, прикидываем. Ровненько, красивенько, да? Все. И сюда это сейчас ложим, пересаживаем. Красивенькую, аккуратную пересадочку. Смотри, чтобы не навредить растишечке. Все, ты подписался, обнял. Так, ну что, пересадка. Смотри, красавчик. Ты подписался на каналчик, оставляй комментарий, эмоции вот внутри здесь, и конвертик-то класс, чтобы он полетел красавчику другому. Фантазер. Помнишь, то есть мы фантазеры будем здесь выращивать арбузя. Смотри, для этого сделали, значит, вот такую крышечку на 5 отверстий. Это значит, чик сюда. А, подожди, а что сюда? Это еще рано. Что я гоню? Подожди, это мне еще рано. Рано это делать. А что ж ты? Ёпта, а что ж ты мне не сказал? Ну... Я думал, мы с тобой кореша. А ты мне не сказал, пока семка не прорастет. Она же должна пусть пробить корешок, кто из них будет первая в сидбай. А потом уже посадим ее в минвату. И уже сюда посадим, пусть для проращивания. Ну, вот это, короче, знаешь, как заготовил. Ну, все, крышка есть, ты мне обязательно напомни про это, чтобы никто не забыл. Эй, а что это такое мокрое? О, может, это кошка обоссалась, а? Ёпта.